Всем привет! Сегодня мы приготовим салат «Минутка». Для приготовления такого салата нам понадобится несколько штучек помидор, петрушка, укроп и вот этот замечательный соус. Приступаем к нарезке помидор. Помидоры мелко резать не нужно. Максимум удаляем крупные попки у помидор. Салат делается очень быстро, и поэтому видео будет без каких-либо сокращений в реальном времени, и можно узнать, сколько времени уйдет на приготовление данного салатика. Такой салат подают также в некоторых ресторанах Турции, и он примечателен тем, что в него не добавляется ни грамма соли. Он отлично подойдет тем, кто ведет здоровый образ жизни. У тех, кто чаще занимается готовкой, этот салат получится еще быстрее. Салат с этой заправкой получится чрезвычайно вкусным, так как салат приобретет очень сбалансированный вкус. Итак, с нарезкой закончили. Теперь добавляем главный ингредиент, это соус. И добавим мы сюда 3 ложки гранатового соуса. Гранатовый соус идеально сочетается с помидорами. Не нужна никакая соль и никакие больше специи. Вкус у такого салата получится просто идеальный. И что-то мне подсказывает, что 95% людей согласятся с моей точкой зрения. Все, салат готов. Кстати говоря, в комментариях под видео вы можете поделиться своими рецептами наиболее удачных салатов. И если вам понравилось данное блюдо и рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем приятного аппетита и до новых встреч!